Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в лаборатории Химического института, и у нас в гостях Анна Владимировна Гедмина, доцент кафедры аналитической химии. Анна Владимировна Гедмина, кандидат наук, доцент Химического института Казанского федерального университета. На наш вопрос, что же побудило вас связать свою жизнь с химией, наш эксперт отвечает: жизнь – это химия. Вокруг нас и в нас самих постоянно проходят химические реакции, поэтому без химии жизни нет. Я считаю, что знания по химии позволят преодолеть тенденции боязни химии, а грамотное использование знаний решит многие проблемы современности. Сегодня на повестке очень важная тема, которая волнует каждого из вас, я уверена в этом, а именно пищевые добавки. Действительно, так ли страшно то, что мы едим? Нужно ли есть фермерские продукты или все-таки можно употреблять пищу из магазина? Об этом и о многом другом в сегодняшней программе. Анна Владимировна, предлагаю вам начать с небольшого интерактива, дабы сразу обозначить нашу область обсуждения и сразу, одним, так сказать, ударом, развеять половину существующих стереотипов. Это очень интересная тема, тем более химику здесь есть о чем поговорить. Давайте начнем с интерактива. Давайте. Представим ситуацию. Вы приходите в вымышленный ресторан химической промышленности, и вам представляют вот такую тарелку, на которой нет ничего, кроме каких-то странных буквок, циферок, и все они начинаются на «Е». Такие картинки обычно показывают в передачах, дабы запугать наших потребителей, говоря о том, что все, что мы едим, это химия, и все это отвратительно опасно, кушать это нельзя. Действительно ли так страшно увидеть на своей тарелке буквы «Е»? Во-первых, это неправильная тарелка, потому что Е – это пищевые добавки, которые обозначены буквой Е и цифровое значение. Дело в том, что вот эти пищевые добавки не несут пищевую ценность. Они не могут быть в таком большом количестве. Пищевые добавки всегда добавляются в очень малом количестве, примерно от 0,5% на килограмм продукта до 0,005%. Поэтому я не вижу здесь продукта, но вижу очень много добавок. Такого быть просто не может. Добавок мало. Это во-первых. Во-вторых, я уже здесь сразу вижу очень много красителей. Ни одна тарелка с даже очень вкусной едой не выдержит такую серо-буро-малиновую окраску. Это просто тарелка для художника, который может нарисовать какую-то картину. Здесь есть и синие, и желтые, и красные красители. Зачем нам еда таких цветов, я не совсем понимаю. И что еще хочу сказать, практически все добавки, которые здесь указаны, в том числе красители, они разрешены в нашей стране. И еще они все являются синтетическими. То есть вот то, что здесь представлено, это не натуральные добавки. Но еда не может состоять только из добавок. Еда состоит из продуктов, которые представляют собой пищевую ценность, которые несут в себе белки, углеводы и жиры, если мы говорим о сбалансированном питании. Пищевые добавки представляют собой только технологическую ценность. Они у нас участвуют в технологическом процессе приготовления еды. Мы же с вами должны понимать, что без добавки наше вещество может быть, наш продукт может быть некрасивого цвета, невкусно пахнуть, может быть неудобной консистенцией. И что самое такое неприятное, может очень иметь малый срок хранения. Поэтому использование пищевых добавок является очень выгодным для пищевой промышленности, а уже есть специальные комиссии, которые строго регламентируют, какое количество и какая пищевая добавка может быть в том или ином продукте. То есть разрешается та или иная пищевая добавка, и сколько этой пищевой добавки максимум значения должно быть в продукте. Вот мы и начали бороться с боязнью химии от незнания.
Делаем вывод, что не все так страшно, как показывают на картинках, как рисуют нам маркетологи хитрые. Пищевые добавки существуют с древних времен. Коптильный дым применяли еще во времена неолита, а в Древнем Египте использовали уксус, вино, соль и мед в качестве натуральных консервантов. Добавление лука и чеснока, в составе которых есть фитонциды, подавляло рост болезнетворных бактерий, грибов и плесени. И самым главным свойством было продление срока годности продуктов. Это значительно упрощало жизнь и позволяло во время войны кормить своей армией вдалеке от родины. С развитием химии и индустриализации появилось большое количество добавок. Их начали добавлять в пищу по самым разным причинам. Например, чтобы добиться определенного цвета, консистенции или ускорить технологический процесс производства продукта. Так стали использоваться загустители, стабилизаторы, антиокислители и другие виды пищевых добавок. Давайте кратко сформулируем, что же такое пищевые добавки и почему они называются буквой Е. Почему называется буквой Е? Для этого есть два объяснения. Во-первых, это пищевые добавки, которые разрешены в Европе, Евросоюзе. Поэтому часто говорят, что Е – это от слова Европа. Но некоторые исследователи считают, что это от слова edible, то есть пригодная для питания, съедобная субстанция. В переводе. Поэтому Е пишутся, чтобы не писать огромную формулу соединения, а очень часто пищевые добавки имеют большую химическую структуру, по которой понять что-то очень сложно, не химику, естественно, обывателю. И чтобы в этикетке были указаны все те пищевые добавки, которые были использованы для того, чтобы наш продукт был качественным, они указываются буквой Е с цифровым значением. Цифровые значения меняются от 3 цифр, но сейчас уже и появляются четырехзначные цифры пищевых добавок. То есть пищевые добавки все увеличиваются, количество их увеличивается и увеличивается. Новые создаются, новые выделяются, синтезируются и выделяются из каких-то природных объектов. Ну так а что же такое синтетические добавки? Эта номенклатура была введена именно для того, чтобы скрыть какие-то названия страшных и вредных соединений. Но натуральные добавки тоже называются Е и тоже имеют цифру. Вещества, применяемые как пищевые добавки, в изобилии содержатся и в натуральных продуктах. У химиков есть даже любимая шутка – переводить на язык Е состав обычного яблока. И вот послушайте, какие вещества содержатся в простом яблоке. Антиокислитель или регулятор кислотности Е300, аскорбиновая кислота Е330, лимонная кислота, винная кислота, янтарная кислота, ниацин, рибофлавин, каротин. Здесь же есть глутаминовая кислота с кодом Е620, а также цистин, или он же Е921, и ароматизаторы в количестве аж 8 штук. Не нужно бояться длинных химических названий. За ними часто скрываются обычные природные компоненты и вещества. Конечно, человечество изобрело и производит и синтетические пищевые добавки. О них поговорим далее. Синтетические используются в том случае, если мы не можем выделить пищевую добавку из натурального компонента. И тогда мы используем синтетический способ получения пищевой добавки. То есть, есть синтетические пищевые добавки, у которых нет аналогов, и либо пока они неизвестны, аналоги натуральные. Есть пищевые добавки, которые существуют только натуральные и синтетических способов. Представляете, до какого уровня дошел интеллект человека, до какого уровня дошла химическая промышленность, химическое производство, а вот получить пищевую добавку можно получить только из натурального компонента. Приведу пример. Есть такая пищевая добавка, которая называется кармин Е120. И получают эту пищевую добавку, так, барабанные палочки, из насекомых. Но только женских особей. К
Кошениль мексиканская относится к семейству дактилопиды и именуется не иначе, как Dactylopius coccus. Это насекомое исконно живет в Мексике и на юге США. Но сейчас ее массово переселяют в другие страны с теплым климатом. Это насекомое – дальний родственник тли и ведет похожий образ жизни. Селится на кактусах опунция огромными колониями и сосет из растений сок. Так чем же это насекомое особенно? А тем, что в ней содержится просто фантастическое количество красящего вещества – карминовая кислота. Да, она составляет чуть ли не более 90% от массы самого насекомого. Пищевая добавка очень красивая, красного цвета, очень красивого красного цвета. К сожалению, мужские особи не обладают таким красивым пигментом, поэтому остаются живыми, а женские особи вылавливаются, высушиваются, потом выделяются с помощью органических растворителей карминовая кислота, потом карминовая кислота взаимодействует с соединениями алюминия или кальция и получается краска, пигмент, кармин. И, к сожалению, пока еще доступного способа, синтетического способа кармина не существует. Поэтому многие защитники животных, в том числе и живых существ, очень переживают, что такое насекомое, которое называется мексиканская кошениль, используется для того, чтобы получить красивый красный цвет. Грустная история. Больше называется «Красота требует жертв». Вы так много уже назвали разных добавок, и природные, и синтетические, и конкретные названия. Как же все-таки разобраться в их нумерации? Почему есть 100, есть 1000, есть 500? Чем это определяется и от чего это вообще зависит? Первая цифра показывает функциональность пищевой добавки. Например, пищевые добавки, которые имеют значение от 100 до 182 значения, это пищевые добавки-красители, это то, что создает нам цвет. Если у нас начинаются Е с цифры 2, то это консерванты и так далее. Это могут быть эмульгаторы, пищевые добавки, которые нам создают консистенцию, это могут быть антиоксиданты, это могут быть подсластители, усилители вкуса и так далее, разрыхлители теста и так далее. То есть каждым годом у нас увеличивается количество пищевых добавок, и у каждой пищевой добавки есть своя функциональность. Но дело в том, что есть пищевые добавки, которые являются, могут быть в том числе и, например, антиоксидантом, и могут быть, придавать цвет красителям. Например, куркумин. Куркумин – это такая натуральная биологическая добавка. Она считается очень важным антиоксидантом. И можно использовать в косметике, а именно в приготовлении масок. Могу даже подсказать рецепт маски из куркумы. Интересно? Берем одну часть куркумы, ну, например, чайную ложечку куркумы, берем чайную ложечку соли, потому что соль здесь используется как консервант, и, например, 7 ложечек меда. Если у кого-то аллергия на мед, можно брать сок алоэ, ну, или гель алоэ, алоэ-гель. Смешать это, очень хорошо сохраняется в холодильнике эта смесь, и наносить. Есть один нюанс. Эту маску делать раз в неделю и только в тот день, когда знаешь, что на следующий день выходить из дома не нужно, потому что кожа приобретет желтый цвет, и который смыть просто не получится. Нужно где-нибудь несколько часов подождать, чтобы эта краска смылась, но эффективная очень маска. Поэтому видите, сколько много у пищевых добавок вариантов. Но еще раз скажу, что пищевые добавки добавляются в малом количестве. И вот в данном случае куркумин добавляется для того, чтобы придать желтый цвет, а не для того, чтобы повысить антиоксидантную способность продукта. Поэтому, если мы хотим использовать как пищевую ценность, то нам уже нужно использовать это же как приправу, когда мы положим достаточно большое количество в продукт, который мы произведем. Еще Парацельс говорил, что каждое вещество есть и лекарство, и яд. Все зависит от его количества, которое используется. Например,
Вода. Казалось бы, вода. Но, тем не менее, если мы залпом выпьем 7 литров воды, что, ну, наверное, невозможно, то это может привести даже к летальному исходу. Или съедим сразу же 3 грамма соли. Это сложно, конечно, вряд ли получится, потому что организм вызовет рвоту. Но, тем не менее, можно довести до летального исхода. Казалось бы, соль, казалось бы, вода. Но огромное количество могут привести к непоправимым последствиям для организма человека. Поэтому все зависит от количества. Помните ли вы такое развлечение из детства, как изготовление карамели на палочке? Все проходили через эти этапы сожженного сахара и так далее. И здесь тоже можно подключить научную логику и заметить, что от степени прогревания и от времени нагрева, от температуры сахара, да, изменяется его цвет. Используется ли это как-то для окрашивания продуктов? Все-таки сахар довольно-таки доступное вещество. Да, доступное и природное. Можно выделить из различных растений и сахарной свеклы, и сахарного тростника. И в зависимости от того, из чего мы произвели сахар, будет свой цвет карамели, который мы получим в результате реакции. Какая будет реакция? Дегидратация. Обычно используют и участвуют в этой реакции легкие углеводы. Например, сахароза, глюкоза, фруктоза. И продукты, в зависимости от сколько мы будем нагревать времени, могут быть разные. Могут быть, например, ангидриды фруктозы, диангидриды фруктозы. И все это будет придавать определенную окраску. Способов получения вот этой карамели, если мы вспомним в детстве, то она очень быстро застывала. А нам все-таки нужно еще добавить, чтобы использовать в качестве пищевой добавки, антикристаллизатор. Обычно это тоже различные сахарные сиропы натурального происхождения. А где мы можем их использовать? В различных соках, да, приготовлении кока-колы используется. Кстати, вот кармин тоже из вот этой вот кошенили мексиканской тоже использовали когда-то давным-давно для производства кока-колы, но сейчас уже используется просто сахарный колер. Но сахарные колеры бывают разные. Бывает сахарный колер Е150А, 150Б, 150С и Е150Д. Отличаются они способом получения только. То есть какие вспомогательные вещества используются в качестве вспомогательных веществ? Используются соли щелочных металлов, это обычно карбонаты, фосфаты, сульфиты, натрия, калия, кальция щелочноземельного металла, а также аммония. И дело в том, что вот эти вспомогательные вещества, они не влияют на качество колера. Состав колера практически одинаков. Единственное, что, например, на какой-то из колеров меньше влияет УФ-излучение на цвет этого колера. Но в целом химический состав, он одинаков, поскольку вот эти вспомогательные вещества, они на стадии только технологии приготовления колера, а потом их уводят из сферы реакции, и колер остается, очищается и остается чистым. И уже используется как окрашивающее вещество, которое придает от золотистого до коричневого цвета тому или иному продукту. Бояться сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов не стоит, мы же пьем минеральную воду, а там этих сульфатов и карбонатов намного больше, чем даже если на стадии приготовления сахарного колера у нас останется, например, сахарного колера Е150Б, оставится какое-то количество карбоната. В минеральной воде карбонатов намного больше. Много, конечно, зависит от сахара, и ведь не все так просто, как кажется. Кстати говоря, что касаемо Кока-Колы. Вокруг нее вообще летает много легенд, интересных историй, мифов, стоит ли ее бояться, и разъест ли она желудок все-таки при частом употреблении. Давайте развеем с точки зрения химии самый популярный вопрос от
всех простых граждан, почему все-таки Кока-Кола чистит чайник и происходит ли то же самое с нашим желудком, когда мы пьем этот замечательный напиток? Во-первых, в Кока-Коле много различных ингредиентов. Самый неприятный ингредиент Кока-Колы – это большое содержание сахара, именно глюкозы. Поэтому, если вы хотите ограничить своих детей, ну и себя от употребления количества большого сахара, то, конечно же, Кока-Колу употреблять не стоит. Но очищающее средство Кока-Колы связано с тем, что там большое содержание фосфорной кислоты. И как раз фосфорная кислота, она взаимодействует с накипью, с кальциевыми отложениями, растворяет их, и тем самым у нас происходит такой очищающий, чистящий эффект. Это никак не связано с сахарными колерами, которые обычно добавляются в Кока-Колу, поскольку, еще раз скажу, что пищевых добавок очень-очень мало, очень маленькая концентрация, и повлиять они не могут. Если делать такой вот вывод, пищевая добавка, краситель, которую можно получить синтетически, а можно выделить из какого-то натурального продукта. И нам говорят, лучше выделить из натурального продукта, чем получить синтетически. Еще раз говорю, акцентирую внимание на следующем, что продукт один и тот же, а именно та пищевая добавка. Неважно, какой способ получения мы использовали. Формула будет одна и та же химическая. Связанные атомы в этой формуле будут одинаковы, одинаково связаны. И опасность продукта не зависит от способа получения. Химические свойства вещества зависят от их строения. И это нам доказал наш великий ученый Александр Михайлович Бутлеров. И вправду. Давайте напоследок, чтобы навсегда окончательно развеять страшные мифы о пищевых добавках, пожалуйста, обратитесь непосредственно к нашим зрителям и скажите им о том все-таки, что не стоит ничего бояться, потому что то, что мы едим, это химия, и мы сами – это тоже химия. Даже из примера, рассказанного про Кока-Колу, в данном случае мы должны бояться того ингредиента, который находится в большой концентрации, а именно, например, сахар. И пищевую добавку, которую добавили в Кока-Колу, бояться не стоит. Пищевые добавки добавляются не для того, чтобы изменить пищевую ценность продукта. Пищевые добавки добавляются для того, чтобы мы получили продукт более технологичен, чтобы у нас дольше хранился, поскольку покуситься на нашу еду очень много кто может. Это плесень, грибки, бактерии, они тоже хотят есть. Соответственно, мы нашу еду должны как-то от них сберечь, чтобы нам все-таки больше досталось. Поэтому предлагаю в следующий раз затронуть тему консервантов. То есть пищевые добавки, которые обеспечат нашим продуктам питания долгую жизнь. Что ж, ну в таком случае о консервантах действительно поговорим в следующий раз. А на сегодня все. Спасибо вам большое за интересную беседу, за удивительные факты и за разрушенные мифы. Спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что посмотрели нашу передачу. До новых встреч!